Георгий Маринцев, член политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Греции. И вместе с ним идет наш товарищ из Западного отдела Елисиус. Αγαπητοί σύντροφοι, εξ ονόματος της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ελλάδας, ευχαριστούμε το Κομμουνιστικό Εργατικό Κόμμα Ρωσίας για αυτή την πρωτοβουλία και τη φιλοξενία αυτής της συνδιάσκεψης. Дорогие товарищи, от имени Центрального комитета Коммунистической партии Греции благодарим РКРП за инициативу проведения сегодняшней конференции. Центральный комитет Компартии Греции отмечает столетие Великой Октябрьской социалистической революции, отмечает вершинное знаковое событие 20 века, доказавшее, что капитализм не является непобедимым, что мы можем построить высшую форму организации общества без эксплуатации человека человеком. Октябрьская революция показала силу революционной классовой борьбы, силу эксплуатируемых и угнетенных масс, которые стремительно выходят на передний план и поворачивают колесо истории вперед, в сторону социального освобождения. Русский рабочий класс совершил Октябрьскую революцию и воплотил мечты миллионов рабочих народных масс о лучшей жизни. Октябрьская революция доказала правильность ленинской мысли о том, что победа социализма возможна в одной стране или группе стран в результате неравномерности развития капитализма. Одновременно Октябрь демонстрировал незаменимую роль политического революционного авангарда коммунистической партии как руководящего фактора не только социалистической революции, но и всей борьбы за формирование и укрепление окончательную победу нового коммунистического общества. Вклад Ленина и опыт большевиков в борьбе против оппортунизма имеет большое, решающее политическое и практическое значение. На практике было доказано, что организованное, аргументированное противостояние с экономистами, меньшевиками и эсерами стало ключевым элементом формирования условий для формирования революционной партии, партии нового типа, построенной на ленинских принципах. Оппортунистические силы занимались организованные антисоветская, антикоммунистическая деятельность на протяжении всех лет социалистического строительства под мантией еврокоммунизма или его ответвлений во многих странах. Коммунисты и коммунистки обязаны об этом помнить и извлекать уроки. Оппортунизм может изменить название, а также формы организации и выражения, но в каждый исторический момент остается большой опасностью для коммунистического движения, фактором разложения и приспособленчества капиталистической эксплуататорской системы. Товарищи, пламя октября ускорило образование ряда коммунистических партий, революционных рабочих партий нового типа, противоположно социал-демократическим партиям той эпохи, которые предали рабочий класс и революционную политику. Существование и успех строительства социалистического общества, начало которому положила Октябрьская революция, продемонстрировали, что возможно общество без хозяев капиталистов, владеющих средствами производства. Этот вывод не опровергается тем фактом, что в данный конкретный период ему не удалось окончательно победить капиталистическую собственность и капиталистическую прибыль. И необходимость актуального социализма, возможность упражнения частной собственности на средства производства вытекают из капиталистического развития, ведущего к концентрации производства. Капиталистическая собственность является тормозом для развития производства, носящего общественный характер. Капиталистическая собственность лишает всех трудящихся возможности жить в лучших общественно организованных условиях, отвечающих растущим человеческим потребностям. Циклические экономические кризисы заложены в ДНК капитализма и становятся все более глубокими и синхронными. В результате резко увеличивается безработица, новые масштабы приобретают плохо оплачиваемая работа и неформальная занятость, жизнь с ущемленными правами и империалистическими войнами. Тот факт, что созданы предпосылки для построения социалистического коммунистического общества, не означает, что это произойдет только автоматически. В списке социалистической революции предполагает складывание ситуации, когда правящий класс утрачивает способность подчинять, подавлять, усмирять народ. Ленин сформулировал понятие революционной ситуации и определил главные объективные и субъективные признаки, характеризующие общество накануне революции.
Но, как метко подметил Ленин, не всякая революционная ситуация превращается в революцию. Ни реакция низов, ни кризис верхов не приводят к свержению строя, если нет запланированного революционного восстания рабочего класса, руководимого его сознательным авангардом коммунистической партии, вооруженной теоретической разработкой и способной предвидеть события, опирающиеся на марксистско-ленинское мировоззрение и способной возглавить революционное восстание рабочего класса. К сожалению, на всем протяжении существования Коминтерна не преобладал и не был усвоен положительный опыт Октябрьской революции. Вместо этого в ходе противоречивого процесса в значительной степени возобладала стратегическая концепция, которая в общих чертах ставила в качестве цели промежуточный тип власти или правительства между буржуазными и рабочими, как переход к социалистической власти. Характер эволюции в каждой капиталистической стране объективно определяется основным противоречием, которое требуется разрешить независимо от относительного изменения положения каждой страны в международной империалистической системе. И сопоставление основного противоречия между капиталом и трудом в каждой капиталистической стране в эпоху монополистического капитализма вытекают социалистический характер и задачи революции. Октябрьская революция выдвинула на сцену высший тип организации общества, который коренным образом отличался от всех предшествующих ему в истории общественно-экономических формаций, для которых была характерна общая черта – эксплуатация человека человека. В тот период развитие получили новые институты участия трудящихся. В качестве их ядра первоначально выступали места работы, политические отношения, которые затем были нарушены. Советская Конституция 1936 года закрепила всеобщее избирательное право при тайном голосовании. Выборы проходили по месту жительства. Были недооценены собрания представителей каждой производственной единицы как ядра организации рабочей власти. Возникающие проблемы толковались как неизбежные недостатки, присущие централизованному планированию от природы, а не как результат противоречий пережитков старого, как результат ошибок ненаучно разработанного плана. Так, вместо того, чтобы искать решение путем движения вперед, расширения и укрепления коммунистических отношений производства и распределения, поиск решения шел в обратном направлении, в использовании инструментов и производственных отношений капитализма. Поиск решения шел в расширении рынка в тринадцатом социализме. Поворотным моментом стал 20-й съезд КПСС в 1956 году, так как на нем после разоблачения так называемого культа личности был подхвачен ряд оппортунистических позиций по вопросам стратегии коммунистического движения, международных отношений, отчасти экономики. В целом ослабло центральное управление и планирование. Вместо того, чтобы планировать преобразование колхозов в совхозы и прежде всего начать переход кооперативного и колхозного производства под контроль государства, в 1958 году трактори и другая техника перешли в колхозную собственность, позиция которой была отвергнута ранее. Несколькими годами позднее, начиная с так называемой Косинкинской реформы 1965 года, была принята буржуазная категория прибыли, каждая отдельная производственная единица и связь с ней зарплаты директоров и трудящихся. Процесс накопления на каждом социалистическом предприятии был оторван от централизованного планирования, в результате был ослаблен общественный характер средств производства и запасов продукции. Кроме того, до 1975 года все государственные сельскохозяйственные предприятия, совхозы полностью перешли на хозрасчет. Все эти меры привели к созданию предпосылок для личного незаконного присвоения продукции и приобретения собственности, в то время как такие отношения были запрещены законом. Примерно в тот же период была пересмотрена марксистско-ленинская теория о рабочем государстве. 22-й съезд КПСС провозгласили СССР всенародным государством, а КПСС – партией всего советского народа. Эти позиции привели к быстрому ослаблению, а затем и к изменению революционных черт и социального состава партии. Дорогие товарищи, Компартия Греции стремится делать необходимые выводы о текущих событиях как из побед, так и из поражений коммунистического движения. В результате кропотливых и больших коллективных усилий Компартия Греции выработала современную революционную стратегию, которая повышает ее способность организовывать передовые очаги сопротивления и контрступления в каждом секторе экономики, на каждом крупном производственном предприятии, в каждом регионе страны. Укрепление Компартии Греции на всех уровнях – вопрос, который рассматривался на недавнем 20-м съезде партии и является необходимым условием для продвижения ее революционной политики. Одновременно Компартия Греции
борется за реорганизацию международного коммунистического движения согласно принципам пролетарского интернационализма, интернациональной солидарности народов против капитализма и империалистической войны, идею которого выражает лозунг «Пролетарии всех стран, соединяйтесь». Уже сделаны некоторые небольшие шаги и в попытках сформировать четкий полюс на основе принципов марксизма-ленинизма посредством международного коммунистического обзора и европейской коммунистической инициативы. Компонентом современной стратегии КПГ является программная концепция социализма. Социалистическое строительство начинается с революционного завоевания власти рабочим классом. Рабочее государство, диктатура пролетариата, является органом рабочего класса в классовой борьбе, которая продолжается в социализме в других формах и другими средствами. Дорогие товарищи, 100 лет назад, в эти дни, здесь, в этом городе, 6-й съезд большевистской партии принял важное решение – взял курс на вооруженное восстание. Реализация решения привела несколько месяцев спустя к залпу «Авроры». Сегодня, 100 лет спустя, коммунисты всего мира призваны сделать необходимые выводы, разработать современную революционную стратегию в своей стране и на международном уровне. Это необходимый ответ на коррозионную деятельность оппортунизма, на преодоление идеологического организационного отступления коммунистического движения для осуществления революционной реорганизации коммунистического движения. В соответствии с стратегией коммунистических партий, характеру нашей эпохи, эпохи перехода от монополистического капитализма и империализма к социализму, которую открыла Октябрьская социалистическая революция, а следовательно исключение переходных стадий из программ коммунистических партий и определение характера революции как социалистической, является объективно необходимым и обязательным условием. Это направление может решающим образом избавить от выбора в пользу управления капитализма, в пользу так называемых левых правительств и союза социал-демократии, дать толчок антимонополистической, антикапиталистической борьбе, разработкам которой основаны на требованиях классовой борьбы и могут сыграть важную роль в подготовке субъективного фактора концентрации рабочих народных сил в борьбе за свержение капитализма и строительство социализма-коммунизма. Αγαπητοί σύντροφοι και συντρόφισσες, σας ευχαριστούμε πολύ και θέλουμε μαζί σας να αναφωνήσουμε «Ζήτω ο προλεταριακός διεθνισμός, ζήτω η μεγάλη Οκτωβριανή Σοσιαλιστική Επανάσταση». Νταρακή ταβάρηση, εις ώρας χατήν βάσ' πομπλά καταρίτ, ή σε τα τριμπούνι χατήν σκαζάτ. Τα σδράστφουιτ, Великая Октябрьская социалистическая революция, да здравствует пролетарский интернационализм!